Всем привет! Я обещала показать, как мы придумали разместить вновь прибывшую Ванду. Вот, и честно говоря, я думала, как же можно, где ее разместить, я поняла, но как разместить вот такую красавицу с такими длиннющими корнями, как-то мне было невдалек. Но выручил меня муж. Вот, смотрите. Значит, что использовано? Использована канцелярская прищепка и стяжки, которые используют компьютерщики для проводов, когда делают, разводят сеть. Вот эти, так выглядят эти стяжки. Вот. Я думаю, это очень интересно. И получается, что стяжки закрепили просто за корзинку, которая размещена Ванда. И потом это, так как прищепочка очень хорошо свободно крепится на полке, закрепили Ванду. Она находится на кухне, где самая большая влажность в квартире. Вот здесь тепло. У меня все окна выходят на южную сторону. Здесь как раз яркий свет, но уже, как говорится, не прямой, потому что это не прямо на окне. Я думаю, вам здесь очень понравится. Вот такая красавица. Всем счастливо!